Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале свежих новостей и, конечно же, свежих анонсов. Итак, давайте разберем все новости, которые есть, а в частности анонс того, что ждет нас в августе. Разработчики обещали, что в августе будет ну очень жарко, будет огромное количество квестов и ивентов, в которых можно будет забрать себе много халявы. Ну и давайте посмотрим, что же конкретно они для нас подготовили. Выставили официальное видео и давайте будем разбирать по крупицам все, что нам показали. Итак, в августе действительно ждет огромное количество всякого рода игровых событий каждого игрока, и все зависит от того, хотите вы в них участвовать или нет. Mad Games принесет нам возможность поучаствовать в квесте, в котором мы сможем зарабатывать себе игровую валюту за знаки классности, и как вы видите, в этой цепочке можно будет забрать себе два пульта на третьем уровне и на шестом. Также можно будет забрать себе на восьмом уровне и на 12 уровне до бесконечности забирать себе автомобильные номера. Что эти автомобильные номера дают? За 10 автомобильных номеров вы гарантом забираете себе могильщика. Квалификационная машина 7 уровня, фановая, веселая, интересная, но не для статистов, потому что стату вашу угробит точно. Если вы хотите поиграться в какую-нибудь своего рода игру с судьбой, то можете по одному автомобильному номеру тратить на открытие контейнера, из которого с какой-то вероятностью можете получить себе могильщика либо другие награды. Кроме того, разработчики сказали, что играя в режиме Mad Games, мы сможем забрать в итоге себе еще один какой-то никому пока неизвестный дополнительный абсолютно бесплатный приз. Поэтому рекомендую получать знаки классности, а потом поиграть в режиме Mad Games для того, чтобы забрать себе вкусноту. Также, несмотря на то, что многие зрители мне не верили, все-таки будет уничтожитель, будет к нему доступ, но понятное дело, что это будет донатный ивент, и в этом донатном ивенте, ребят, мы сможем с вами приобрести себе товары в магазине, покупая какие-то определенные наборы, в которых будут условные игровые единицы, необходимые для приобретения себе товаров в этом ивенте. Но я говорю в частности про крушитель и про уничтожителя. Крушака оценили в 2/3 от стоимости уничтожителя, 200 купонов так называемых на крушака и 300 купонов необходимо на уничтожителя. Что это будет в деньгах, мы обязательно посмотрим, но наконец-то те игроки, которые хотели себе уничтожителя и могут задонатить в игру, смогут себе данную тачку забрать. За себя не знаю, но очень хотелось бы его получить. Также стоит отметить, что в данном ивенте будет еще 2 награды, ну а в частности будет открывашка, да, для того, чтобы открыть бочку вот с топливом, и будет вот такой вот интересный, как я понимаю, лобик для открытия вот этого небольшого железного гаража. А в небольшом железном гараже спрятан никто другой, как Костолом. Это новая уникальная машина в стиле Mad Games, и как вы видите, за крушаком и уничтожителем как раз он красавец и едет. Что собой будет машина представлять, я обязательно вам покажу в следующих видео, потому что обзор на данную машину сделаю однозначно, как только она официально появится в игре, сразу через пару минут будет выставлено соответствующее видео с обзором. Ну и со 2 по 31 августа можно будет забрать свою награду за годы пребывания в игре, в моем случае это 9 лет, несмотря на то, что я играю 10, просто по той причине, что буквально пару месяцев, как говорится, не хватает. Ну и тем, кто 10 лет провел в игре, будет дарован вот такой вот интересный концепт 1Б в новом легендарном внешнем виде, 100 тысяч свободного опыта, 1000 голды, ну и еще там мелкие дополнительные плюшки. Кроме того, будет еще одно игровое событие, участвуя в котором можно будет себе забрать какие-то пока неизвестные награды, и это игровое событие будет не что иное, как рулетка, как мы видим, и в этой рулеточке необходимо будет расплачиваться антеннами, которые я всем вам рекомендовал собирать. Короче говоря, на август будет огромное количество игровых событий, в которых можно будет не только пофаниться, но и заработать себе дополнительной вкуснятины. Я считаю, что август будет не только жарким по факту, но и фановым и веселым. Если вы со мной согласны, пишите об этом в комментариях, а главное, ребят, мне интересно почитать, сколько лет вы находитесь в игре, ну и, соответственно, что бы вы хотели за это получить. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.